В тот день мальчик, как обычно, пошел на занятия в школу, но уже спустя несколько часов произошло самое страшное. В этом спортивном зале произошла трагедия. Дети играли в футбол, когда 13-летний подросток, который стоял на воротах, потерял сознание. Свидетелем происшествия стал учитель физкультуры. Он как-то сабак поставил, да? Только начался урок, он стоял на защите, тут были еще дети, все играли. В какой-то момент у него закатились глаза, он побледнел и упал. В спортзал вызвали медсестру, она пыталась оказать мальчику первую помощь и вызвала скорую. Но, несмотря на прилагаемые усилия, школьник скончался. Медсестра школы оказала ему первую помощь и позвонила в отделение неотложной помощи. До их приезда у ребенка произошла остановка сердца. На здоровье жалоб не было. Медсестра говорит, что ребенок был здоров, на учете не стоял, получал все прививки и проходил ежегодный медосмотр. Когда я увидела его лежащим, дала ему на шатырь. Обычно сразу приходит в себя, но он не очнулся. Ребенок даже не двигался. Затем мы начали проводить искусственную реанимацию сердца, но он перестал дышать. Мальчик рос в полной семье, в которой, кроме него, воспитываются еще двое детей. Отец погибшего школьника – водитель, мама – преподаватель колледжа. В полиции начали расследование. Точную причину смерти школьника должна установить судмедэкспертиза. Анастасия Новикова, Мирас Ашенов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».